Были недавно на рыбалке, наловили вот таких хороших ротанов. Ну, это еще, в принципе, маленькие. Сейчас мы их почистим, промоем. Подписчики попросили, чтобы мы их пожарили. Рыбку мы сами эту давно уже не ели, но рыбка детства. Всю жизнь мы в детстве ели только ротанов. Так что начнем чистить рыбку. Вот, немножко почистил. Чешую снял с них. Чешуя у них маленькая. Немножко они побелели. Обрезаем вот плавники. На некоторых водоемах они у нас светлые края. Ртаны. На этом карьере, вот на торфяном, они у нас вот таким цветом. Один раз случай был на рыбалке. Поймал золотого ртана. Таких я, конечно, ртанов не видел никогда. Но это, скорее всего, что-то было нарушено в обмен веществ. И так вот с каждой рыбкой. Плавников у него мало. Вот мы почистили рыбку. Распотрошил. Почистил. У больших ротанов буду делать небольшие надрезы. Голову я не стал отрезать, потому что если голову отрезать, тут вообще есть нечего будет. Вот такие вот небольшие надрезики. Потому что все равно у больших ротанов кости есть мелкие. Лучше сделать небольшие надрезики. Некоторые люди вообще ни разу даже такую рыбу не ловили. Хоть и рыба популярная, но почему-то она водится не везде. На вид они, конечно, страшненькие. Но мясо у них очень вкусное. Белое, напоминает даже как бы курицу. Таким сладким привкусом. Да, забыл сказать, почему я не отрезаю голову, потому что при жарке брюхо будет разворачиваться и неудобно будет их жарить. Так, вот ротаны наши готовы к жарке. Сейчас зажгу газ. Пока масло нагревается, я посолю рыбку. Ну и, соответственно, обваляю в муке. Рецепт простой. Никаких приправ. Соли можно немножко побольше, потому что мясо сладковатое у него. Так вот он с каждым разом все белее и белее становится. Даже можно еще немножко посолить. Сейчас обмоем руки. Лишнюю муку взбить и можно жарить. Некоторые люди их называют динозаврами, потому что они выглядят как динозавры. Одна голова и хвост. Вот
обваляли. Вот она. Жарить их недолго. Буду жарить их до золотистой корочки. С двух сторон. Крышкой накрывать не буду. Вот видите, как он поднимается сразу. А сейчас я вот голову ему отрезал бы. Он сейчас вообще полностью бы развернулся бы. И жарить было бы вообще его неудобно. Прошло буквально минуты 3. И можно уже переворачивать. Мясо у них уже видно, что белое. Вот такие вот они получаются. Конечно, голова у них. Переворачивать их неудобно. Вот и готова наша рыбка. Выкладываем их на тарелочку. Так что, кому понравилась наша рыбка, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! Всем пока!